И как вас понимать? Так вот, когда вы, товарищи на россияне, сначала называете территорию Украины там, своей территорией, потом говорите о каких-то законных целях, все это ведет к чему? Это ведет к земле. Именно так. И Марию Захарову потянуло к земле. Пока еще не в том смысле, как на российских оккупантов, потому что их-то тянет к земле. Ну, далеко не всех на минус 2 метра. Тут, как повезет, частенько руки-ноги тягают потом по посадкам. Но об этом мы много-много говорили. Ну вот, смотрите: сначала эти товарищи заявляют, что на территории Украины объекты — это законная цель. А после этого что происходит? Вот, как нам стало известно, некоторым родственникам российских военнопленных стали поступать звонки от неизвестных лиц на Украине. Они требуют от них совершения диверсионных, террористических актов на территории России. А в случае отказа угрожают расправой над нашими военнослужащими, которые находятся в плену. Почему я говорю, что Маша без головы? Потому что у нее тут все смешалось. Понимаете, это какой-то... Это не, не винегрет. Сначала вроде как был винегрет в голове, а потом они этот винегрет положили в миксер и включили. Ну, ты угрожаешь нам э, смертью. А оккупация Украины... А потом жалуешься, что появляются российские военнопленные. Кстати, для российских военнопленных есть прекрасная программа. Она так и называется «Хочу жить». Есть вот официальная информация, как сдаться в плен, что получит российский гражданин в украинском плену. Есть даже информация, как его будут кормить. Украинцы считают, что борща им э, не насыпать. Потому что нельзя было делиться борщом. Ну нельзя. Он должен был принадлежать только кому-то одному. Вот только кому-то одному, -то, какому-то одному народу, одной национальности. А так, чтобы он был общий. Но мы вернемся к главной теме сегодняшнего выпуска. Конечно же, это земля. Да, в прямом смысле Земля от дискуссий на тему украинской земли даже даже немножечко Владимир Путин в шоке от того, каких гитлеренышей, ну или путинистов он воспитал. Солирует Маша без головы. Это понятно. Она же все-таки официальный спикер МИД России. А не просто. Больше тем не менее. Не унимается. В сети, я имею в виду в интернете появля появляются видеокадры, на которых польские так называемые союзники киевского режима фурами вывозят украинский чернозем. Ничего не напоминает. Напоминает историю о славянском мальчике или еще какую-то выдумку, которую транслирует в том числе Маша Захарова. Она же Маша без головы. Возникает вопрос: откуда она это узнала? Где в интернете об этом говорят? Где это показывают? И несложно было провести небольшое расследование, чтобы выйти на первоисточник. А первоисточник — это СМИ фашистской России. В качестве подтверждения авторы публикуют кадры, снятые неким поляком в Херсонской области. Авторская подпись на ролике – «Как прошла моя неделя в Херсонской области». Польские экскаваторы по-хозяйски орудуют на востоке Украины. Из Херсонщины плодородную землю через всю страну везут в Мысловице, на востоке Польши. Украинский чернозем и до начала СВО не то что фурами, целыми составами возился в Европу. Как можно описать такие информационные сообщения на российских фашистских СМИ? Есть этому определение. Как это можно квалифицировать? Это преступление, безусловно. И мы решительно осуждаем это преступление, эти вопиющие преступные методы. Головы нет, но она все-таки все понимает. Я вам всегда говорил, что на российские пропагандисты они талантливые, они не глупые, да, они интеллектуалы, но при этом стопроцентные убежденные расисто нацисты В принципе, чтобы это как-то вот суммировать, это определение, мы здесь тоже на этом специализируемся, выработки правильных определений, их можно назвать так. руссо нацисту или руссо фашисту Наверное, здесь это будет достаточно точно. Ну, есть такая хорошая фраза, он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын, да, и делать мы с ним ничего не будем. Дождетесь! Дождетесь, будет стоять Т-90 прямо напротив вашего Рейхстага гребаного. И флаг легендарный 150-й будет опять развиваться над Рейхстагом. Фронт не движется. Снарядов нет, порохов нет. По-прежнему полная жопа и абсолютная. А здесь вот этот вот довольно нелепый персонаж... Таким является господин Байден. Ну, Можі богу, вот обидно погибать погибати за такого персонажа. <реш> Отже, російська пропаганда, звісно, зараз в абсолютному екстазі. В її 71 ракета кенота в бік України. 600 мільйонів доларів спалені. За годину результати сумнівні: з одного боку, ми маємо дев'ятеро загиблих українців: всі цивільні, всі, хто спав, перебував в себе вдома. З іншого боку, як завжди, вся ця ситуація на фронт на війну в цілому не впливає. Були кинуті проти нас найдорожчі російські ракети, зокрема і балістичні кінжали, які в принципі майже не використовувалися за час повномасштабного вторгнення, або сумарно їх було менше аніж кинуто сьогодні. Це теж певною мірою ознака цього відчаю. Ну і російська пропаганда, звісно ж, почала радіти. Нарешті знову цих укранацистів хахлів почали бити цими ракетами. Вони залишаться без світла, води, опалення, спойлерні, все це вже встигли або частково, або повністю в різних регіонах відновити. Ну і Маргарита Сіманян, головна свіноматка. Російської пропаганди вже сказала, що це за Брянськ. Що саме вона мала на увазі? неясно. Те, що туди зайшли російські добровольці, перетнувши кордон і <кій> зробивши на обличчя кремлівському режиму чи якісь інші інциденти, Маргарита Сіманя не уточнює але. Все одно ми розуміємо, що для них справді все, що стосується їх прикордонних регіонів, тим паче Брянської області, надзвичайно боляче. Хоча і кожен раз виправдовувати, що вони воюють не з військовими, бо там вони отримують кожного дня. А з цивільним населенням це надзвичайно дивно. Так, з одного боку. Кожна наша квартира чи кожен наш будинок це центр прийняття рішень, тому що на сьогоднішній день, як і завжди, влада знаходиться справді в руках українського народу. Але якщо ви вже розповідаєте, що ви б'єте по військовій інфраструктурі, якщо ви б'єте по військовим об'єктам і так далі бази НАТО, то покажіть, покажіть, хоча б щось. А допоки ми маємо лише сумну статистику вбитих дітей та вбитого цивільного населення. Ну і на цьому, звісно ж, вони не закінчують ще до речі, вони нічого не закінчують, але готові розпочинати ще один похід. Ви знаєте, що традиційно раніше, тільки 9 травня, вони повторювали, що можуть повторити знову на Берлін, і так далі. Це було звичайно кумедно за цим спостерігати, бо де Німеччина, а де Російська Федерація, де німецький військово-промисловий комплекс, а де російський? Тим паче зараз ми вже в цьому переконалися, але це не заважає. Соловйову знову знову розповідати, як вони сядуть в свої старенькі танки. Напевно, ще ті, які видавалися через американський ленд-ліз, і знову доїдуть до Рейстагу. Цікаво, навіщо. І ще одну дуру собою, бірбок візьміть. Ох, з якою радістю Посмотрю, як з вами розберуться російські війни. Ох, з якою радістю! Заодно знати будете, сволочі, що такое. посылать технику, чтобы она русских убивала. Дождетесь! Дождетесь, будет стоять Т-90! Прямо напротив вашего рикстага гребаного! И флаг легендарный 150-й будет опять развиваться над рикстагом. Аллаудина Ахмат, Аптеронч, рад тебя видеть! Если, если за год мы должны были уже полностью поставить на рельсы все направления, начиная от радиостанций, беспилотников и заканчивая всем остальным, то нам приходится, как мы закупались, так мы и получается закупаемся по, всей, по всему миру через все эти экспресс, Алиэкспрессы, понимаете. То есть суть такова, что большая часть механизмов, рычагов, которые должны были работать, они до сих пор так и не работают. Мы их пытаемся только сдвинуть с места, но итога до сих пор я, я его лично не вижу. Мы так воевать не можем. Нашим героям необходимо дать все, что им нужно для победы. А это не только боеприпасы, но и ощущение о справедливости, надежного тыла, а главное, что все интриги внутри прекратятся. И для этого, естественно, мы все должны сплотиться, все подразделения и приложить все усилия. Я так думаю, что в этом случае у нас есть хорошие шансы для того, чтобы поставить на колени блок НАТО. Мы не воеваем давно уже с Украиной. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.